Та-та-та-там. Да ладно. Ого, потерял просто от падения. Стрела для арбалета. Очень нужная штука. Особенно, когда нет арбалета. Шикарно. У нас все есть. Такое ощущение, что в этом доме кто-то есть. В соседнем доме кто-то есть. Полез наверх, и мы тоже полезем наверх.
Эмочка. Пускай он там мотается. А Сережа, хитрый жук. Блин, сейчас, секундочку, погоди. У меня тут это... Маленькая заваруха. Сейчас мне от него не надо. Шмуляхуется. Откуда шмаляхуется? Давай, сейчас я захожу. Но я зашел.
Два энергетика, патроны выкинуть, патроны выкинуть. Опа. Будем выкуривать его. На церкви кто-то. Привет, привет. Алло, еще раз. Здорово, здорово. Короче, сейчас мы играли с друзьями в этом, в танке. Смотри, я сейчас тебе прикольную видюху скину, посмотри, это просто такой угар. Ты засядешь на дня два, наверное, с этой видюхой. Сейчас, секунду. Ну, ты доиграй катку и посмотри. Хорошо, давай. Динессер. А? Не-не-не, патроны были. Убиваю просто людей, лутал их сейчас. Понял. Блин, сейчас будет бахать. А чё ты второй шлем не взял? А у него он покоцанный. А. Там моего 80, там вообще 20 оставалось. Понятно. Что, по прицелу вообще, да? Вообще нету ничего. Да я так одного без прицела убил. Ну, кстати, а что тебе не нравится баталическая маска? Какая баталическая? Ну, в трупе там было что-то. Там, которая на лицо одевается. Она же бесполезная. Ну, не знаю. Она реально бесполезная. Вот вся тут 91 хп. Из говна выправишься, слушай. Прикинь, сейчас это... Красная зона такая, жух и все. А у нас было где-то 3 раза подряд около нас была красная зона. Зона, надо еще бежать. Ладно, побежали. Я еще когда первую игру играл, приехал к дома на около Северного. И там стоит, короче, дом, и рядом стоит туалет. Захожу в туалет, там пацан в углу сидит. Только выбегаю из дома. Хорошо. Че, пока в папке не видно никого, что ли? В смысле? Ну, игроков нет. Знакомых? Знакомых имеешь в виду? Нет, в папке ты сейчас, в папку ты играешь. Че, видно, что игроков сейчас? Да, я двоих убил. Молодец. Вижу мотоцикл. Это, походу... Ловушка. Угу. На выбора нету. Надо эту ловушку клюнуть.
На минуту осталось до звонка. Меньше 20 секунд. 20 секунд? У тебя задержка 40 секунд? Ну, примерно 30, да. 30 секунд задержка. О, стреляют. Да. Я сделал задержку побольше, зато качество лучше видео. Ну да, хочешь. Можно сделать. Ты находил новые пушки? Не, пока еще не. Не, ну вообще находил. А их сегодня нету. Что-то ты в открытом прям пространстве на поле прям. Ну да. По мне уже стреляли. Когда я ехал. Ну, у тебя аптечки есть? Да. У людей, которых убило, стырил, взял у них. Угу. Но у меня выбора не было. Кстати, лучше бы подождал на белой зоне других. Не. В принципе, да, это хорошая идея подождать на зоне, да, но сзади тоже будут стрелять. Пока еще не вариант. Вот да, был бы глушитель какой-нибудь, да? Это... И 8x. Да, 8x даже не обязательно, просто хотя бы глушитель. Но в этих домах точно есть. Да, вон даже открыто наверх было. Ну да, тут есть. Кто-то здесь... Вон даже кто-то там лут скидывал. Оружие валялись наверху. Кстати, если ты дым берешь? Иногда, да. Ну, дым всегда помогает. Например, хочешь, например, топ-1, а у тебя зона, ты не в зоне. Ты такой берешь дым, кидаешь и проходишь, да. Ну видишь, это до этого надо еще не догадаться, да? Да. Но очень сложно этого бывает. Да. Зона подъезжает. Угу. Сейчас поедут. Да. 29. Угу. Я слышал, где-то кто-то в доме каком-то рядом бегал. Ну блин, глушителя нет, ну не глушителя. Прицела никакого нет, да, это жесть. Только на эмочку. Во, бежит один. Убил. Молодец. Теперь надо к нему бежать, чтобы забрать у него какой-нибудь прицел. А он в зоне или нет? Да, в зоне. Нормально. Надеюсь, его никто это не видел, что я его тоже убил. Надеюсь, там прицел будет. О, вот его труп. Х2. Ну хотя бы что-то. Тема хотя бы что-то. Глушитель на снайперку есть. О. А у тебя же кар. Ну да. На кар есть глушитель? Да. О, нормально. Все. Где мой мотоцикл? Надо дальше ехать. Он в кустах там. Да. Так. А вот он. Сразу надо в зону ехать. Ага. Я бы просто не добежал бы физически. Кстати, шлем ты взял, я думал, ты шлем не взял. Не, я видел, что у него сразу шлем это не поюзанный, я сразу его забрал. Сейчас у тебя броник какой-нибудь еще? Не, у меня есть второй, но совсем немножко покоцанный. Во, стреляют. Стреляют! А мотик вообще. О, это болото, походу. О, еще один шмаляет. В сковородку попал, говнюк. Да. Поеду к речке, от речки буду играть. Еще один. В голову попал мне.
тебе надо до зоны доехать и болики изучить. Ой, я еще не в зоне. Я еще не в зоне, не в зоне. У меня, они их каску опять все сбили. Опять каска красная. Угу. Если у тебя мало хп. Да. Лучше надо за дерево спрятаться и лизаться. Нет, за деревом, ну я вижу, за деревом и в этих самых, в теньке. Тогда плохо видно. А большой аптек не находил? Не-не-не, сегодня не. А, большие аптеки только хили дольше, а так это то самое. Кстати, я попрошу своих друзей в школе, чтобы они на тебя подписались. Спасибо, спасибо большое. Тебе, наверное, плевать человек, например, 40, да. Не, ну так и есть, они скажут еще кому-нибудь, а они друзья еще кому-нибудь скажут. И пойдет по их. Угу. А что ты завтра будешь стримить? Ой, завтра я работаю. А. Вечером, может, буду играть во что-нибудь. Я сегодня хочу сейчас пару часов поиграть в PUBG, а потом идти эту мафию третью поиграть. А тебе сколько сейчас часов времени? У меня без 26. Нормально. Вот там кто-то походу есть. Или нет? Что-то глючит текстура. Осталось 19. Может топчик возьмешь? Может, может. Зона уже подошла. Да. Тебе надо сразу ехать в зону. Не-не-не, я пешком пойду. Ехать это вообще не вариант. Поэтому надо по-тихенькому бежать. Ну, по-моему, за камнем есть. Да где, наверху? Угу. Ну, наверху, наверное, уже... Вон. Ой, попал. Убил. Сейчас увидишь, как с X2 прицела чувака убил. Ё-моё. Может, какой прицел будет еще? И у пацана тоже никакого прицела нету. Зато армор есть непоюзанный. Энергетики и аптека. Нормально. Но у меня походу один раз только попал в грудак. Да и не в грудак, в руку походу или в ногу. И все. А у него шлем был? Не, он был первого уровня. Вот. Да я думал лучше, решил оставить второго уровня. Он наполовину покоцанный. У тебя шлем вообще? Не, ну... Половину, наполовину убитый. А чё ты на мотоке не доехал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добежишь. Так вон в глушителе, походу там самая-самая горы. Да, кстати, стреляет. Да, это он. Все, он сейчас. Он сейчас уйдет оттуда. Похилится. Зона идет. Я знаю, вот бегу. Сейчас увидишь, я по нему один раз стрельну и побегу. А, вовремя, успел. Во-во-во, слышно только. Сверху стреляет с глушителя. Сейчас. Да, давай.
Возьмешь топ-1? Ну попробую, осталось 10 человек. Нашел X8 прицел, X4 прицел нашел. Опа, оп. Да в дома будет. О, на машине едет. Попал. Зона сужается сверху. Ой. Сразу в зону теперь. Да, но тут сверху что-то где-то один поставил. Сейчас энергетиком напьюсь. Ладно, побегу. Давай, посмотри видосик. Хорошо, да, посмотрю. Давай. Давай. Ой, зона. Победа, первое место. Да.